бак вот этот, собственно, на вот этом уровне был мусор. Собаки ныряли в эту дырку. Вот дыра, и они сюда прыгали, прям в эту дырку. То есть там мордочка высовывалась, видно было. Вот я, собственно, снимал, одной рукой развязывал, второй снимал видео. А вот и то самое видео, которое шокировало многих жителей Наукограда и не только. Находясь на прогулке со своими собаками, Александр Шимановский заподозрил неладное в поведении питомцев. Таксы Мася и Джой проявили свой охотничий инстинкт и помогли хозяину обнаружить в мусорном баке собаки живую находку. Я на видео не сдерживал эмоции, об этом не жалею, потому что, ну, да любое животное было бы на этом месте, это просто ужасно. И хотелось бы просто посмотреть в глаза этим людям всего лишь. Потому что кто так мог поступить, потому что не просто, а даже шансов выжить не дали. Два мешка сверху мусора, или погода была бы холоднее, собаки уже не было бы в живых. Голодного и замерзшего щенка бийчанин принес к себе домой. Накормил, отогрел. Однако оставить себе не смог, ведь в семье Александра уже есть две собаки. Для того, чтобы найти выход из ситуации, мужчина раскидал объявления по социальным сетям. И в этот же день маленький комочек передали в надежные руки. Людям всем огромное спасибо, потому что в такой степени у нас отзывчивый народ и добрый, что мы были крайне удивлены. И то, что то, как поступили с этой собакой, и те, кто поступил, я думаю, это, ну, такое редкое исключение, но это очень ужасно. Ну, она тоже активна. Теперь малышка живет здесь. Ее хозяйка Наталья Подолян, опытный собаковод. У нее есть два той-терьера, Соня и Сэм. Взять еще одного питомца женщина решила сразу, как только увидела объявление. Это были секунды, потому что я как бы в Инстаграме же не первая эта собачка, которую там теряет, выбрасывает или что. У меня были как бы желания, но это, ну, блин, две собаки, это третья. А это было что-то с чем-то. Я не знаю, я открыла Инстаграм, там выставлено видео, развязывается этот пакет, и оттуда смотрят глаза. Больше я не думала ни секунды вообще. Кличку для двухмесячного щенка выбирали сообща в интернете. Неравнодушные люди предлагали свои варианты. И вот перед вами Молли. В руки дали, мы с ней вот так вот все зацеловались, заобнимались. И все, все, я уже не отдам ее никому никогда. У щеночка уже есть свое теплое место под батареей. И первая любимая игрушка. А самое главное, крошка Молли обрела хозяйку, которая ее очень любит и не бросит.